Смотри, вон солочи спакс. Конфеток захотел. Уже конфеток захотел. Грибы. Грибы! А он, может, желейки ты хочешь? Дорого. Дорого. Желейки дорого, мужик, по 17 гривен. Нормально. Где дорого? Ты какие не против? Что? Обезьяны. Арбузы. Арбуз. Давай. Арбузики. Будем жать. Где он там? Вон там стоит Андрей. С конфетками идет ко мне. Вот сейчас мы такие смотрим. Вот цены могли там. Желейки, вот все просит на скидку. Вот 17, да? Какие вот 30-й год. Там будет уже есть прикинь, какие цены. А вот если ты смотришь это видео, а там 17 гривен. Да. Вот. Так. Перший магазин, куди ми підемо, це Смік. Но спочатку треба похавати конфетку. Вау. Вкусне. Короче, анонсировали X в Україні. Зараз будемо ходити искати. Туда. Прямо вам видно. Получається. Надеюсь, ми їх знайдемо. Раду тебя что, не верма. Да. Первым. Так, пошли искать. Динозаврик. Дать патрон. Панка. Может. Кстати, смеки может быть и не быть спокойно. Короче, нет, не мужик, я бы узнал. Ладно, Андрей, давай Лего глянем, что тут уже. Опа, новиночка и уже скидочки. 2500. Слушай, вместо 2500 нормальная цена. Его, кстати, набор. Кстати, надо мне купить, потому что у меня есть как бы главный вот этот набор по паукам. А его нету, надо. Что ты нам нашел? Укулеле. Укулеле? Супа мега укулеле. Глянь на меня, пожалуйста. Взгляд дай на себя. Хорошо. Подожди. Просто у нас тут он музыкант, короче, и типа он хорошо играет с инструментами. О, ниндзяга. Ниндзяго! Что у нас по скидкам? О, кстати, я брал вот это, да, вот этот набор. Недавно вот это по скидочке за 940. Ух! Сенсей превратился в... Это не он. Нет, нет, там по сюжету другое. Ладно. Это мастер дракона, который разговаривает на человеческом языке. Он? Да, чеченском. Бля, ну серьезно, мужик. Сколько здесь стоит? Он стоит? 475, ты за 2К взял. Это вам предыстория. Вот этот набор, который вот это мы сейчас видели, у меня он есть, но я его взял не за полную сумму, а за 2000, потому что я на улице у нас, он продавался за 2000, запакованный, и я с ним ездил, забирал его, и это был настоящий. Вот. У меня он стоит на, как бы на полочке, я, может, покажу сейчас фоточки, ну... Его, если я не забуду. Если мне будет не лень их вставлять. Короче, смиков не было там ничего. Икса не было. Так что не было. Не было икса. Мы пойдем в будинок игр. Там точно должны быть икс. Андрей, мы ищем икс. Ура. Осуждаю. Вот у нас будинок игрушек. Это же магазин для женщин. Потому что он розовый. А ты что, против розового что-то есть? Ты имеешь в виду? Да, поставь голубой. Понятно. У нас Тор... А у вас Сатарагуд же есть? Есть у нас макака. Ага. Есть медведь. Ага. И свинья. Какой-то гоблин. Ух ты. Отлично. Азамат Айталиев.
А есть... И гусеницы. Берем. Кто? О, Dragon Ball. Наруто! One Piece. Человек-бензопила. One Piece. Dragon Ball. Нам это не интересно. Мне кажется, оно должно быть где-то тут. Где-то? О! Если есть Infinity надо, то где-то должно быть и X. Вы прикалываетесь? Есть сказать, что тут нету X. Стой с головой. Так. I'm just a fool of baby, it's brown down, still I'm a Jonas baby. Хорош. О, Fortnite! Кстати, мы рубимся в Fortnite часто. Как, один раз в месяц? А у вас, может, новинка? Коробка Funko Pop. Или это он? Нет, не он. Я думал, это гаджо. Миньон. Мега-миньон. О, это Эдди! Он Master of Puppets играл в Stranger Things. Так, нам это не интересует. Нам интересует... Что? Почита. Почита! Охренеть! Человек бензопила. Так, на... А, вон и Дэнзи. Я вижу Дэнзи. Короче, ладно. Нам надо X. Нам нужен X. Подожди. Нифига себе! Да, за 115. Вообще, народ. Посмотрите. Просто мы хоть X, ну. Это тоже часть моего канала. Лучше маска, потому что тут есть две дырки. О, господи. Друг. Понятно. Нёрф. Хотя оно должно быть там же, где и типа дикие скричеры. Но. Да ладно. Уже сколько? Давно уже прошло, ну, чтобы вы просто понимали, у нас с релиза Икса прошло дня 3-4, ну, где-то 5. Ну, 4 дня точно прошло. И типа нету ничего, это странно. Нинджаго из таких коллекционных, что тут у нас. Но домик классный, это точно. Это тоже. Симба. Симба. Подожди, давай еще раз глянем скрич, ну, в сторону скрича, потому что они, правда, по теории должны быть здесь скричеры, то есть где-то в этом диапазоне. Да. То есть где-то здесь не должны быть. Есть надо. Есть Соник в этом. Соник, да. Ну, то есть там черные коробочки, то есть, понимаешь. Серьезно, нет икса. Спайдермен. О май гад! Is this Spider-Man? Spider-Man! Так, ребята, последняя надежда. Это... Это моя родина. Это, короче... Вот Антошечка. Антошка, да. Ты. Это да, это мой магазин. Это мой магазин. Я прихожу, забираю и ухожу. Потом мне, конечно, пиздюлин дают. Но... Надеемся, что Антошка нас не подведет. О, я вижу. Ант, вы это видите? Икс. Погнали. Вот они. Бейблейд Икс. Я забыл свой взять Бей. Ну ладно. Типа Феникса. Стадион, короче, он, конечно, стоит 3500, хотя я видел его за дешевле. Ты такаровский, так это чё? Такаровская, она чуть меньше. Что у нас есть? У нас есть Killshark. Shark Age. Реально Хорн. Вот. Уникал. Талон Террадон. И Стеллар Самрай. Да. Что у нас есть? Wizard Arrow. Hellside, Gunsword и Nightshot. Феникс, то, конечно, он называется Sword Phoenix. Ну, блин, цена. Сколько? Ёкарный. Я за 900 брал его, такая раз. Хотя это такая раз. Что у нас? Сеты у нас есть, как-то. Hell Chain, но это у нас Chain Incendio. Chain Incendio, да, Incendio какое-то. Incendio. 560 NT. Да. Также сейчас у нас есть красненький Transform и Viper Tail.
И уникальный набор с зеленым шарком, который идет в оригинале с этим Драндаганом в наборе. И Шиноби Найт. Уникальный бей от Hasbro, который был в аниме. Ну, если да, кто-то видел, да, то видел. И убожеская Хасбровская арена. Ох, будто реально тасик. Ну посмотри, он видишь, упор, идут рельсы прям до конца, а тут нету их. И получается, когда Бэй на экстрим рельсы идут, они тут просто останавливаются, и вот тут бьются. Да. И хотят за нее на минуточку 1050 гривен. 1050, я умею. Да я за эти 1050 могу дофига меню в Макдаке купить. Да. Конечно же, наши любимчики Ходжо Сатору и Сукуно Роман. Ходжо, ты за кого? Сатору. Запечатали. Я Сукуно. А я Годжо. Расширение территории. Кстати, я же в этом магазине, кто следит за моим каналом, покупал вон ту красненькую арену. Сейчас вернусь, брат. Вот где вот это, типа, получается, вот эта красная большая арена. Типа, она у меня есть, вы меня спрашивали, где я купил. Киев, Офшен Плаза. Антошка. Антошка, да, вот. А что ты там хотел показать, дружище мой? Тут Ламборджини зеленый. Я хоть и Ламборджини. Нет, капец. Ёпта, ладно, это согласен. Оно, это... оно выглядит так миниатюрно. А, так это вот и оно... Оно пиздато. Он стоит 6800. ID, это архитектура. Это LEGO ID. А давай вот такой тебе набор купим с миньонами. Ой, и Крю. Ой, там Крю ебал. Прошу прощения. По Ниндзяго тут тоже такая же фигня. Только дракон классный. Дракон классный. Хотя и робот четырех руки классный. И робот неплохой. Мне надо вот этого красавца купить себе в коллекцию. Остальное все равно более. А такое, да. Хотя вот набор, кстати, по Мстителям. И не X-менам, типа норм. Вот это вообще легенда. Детство. 850. За что? А раньше было 350. Была 350 раньше. Вот это вот. Или даже 200 раньше. А раньше было лучше. Раньше было лучше. Это Телеграм. Телеграм-канал. Поздоровайтесь. А вот так вот надо. Мой Телеграм-канал, подписанный на канал. Типа там много новостей. Это выходит заранее и раньше всего. Вот. Вот на себе. Годжера. Вон туда надо? Нет. Или он нажимается? Он не нажимается. А, ладно. Это ему тут надо... Погладить, типа. А тут... Это тут там. Вот это надо, но... Он нажимает. Нет, только это. Видишь, синяя стрелочка, блядь. Для таких тупых, как ты. Тут тоже это, по-моему, не нажимается. А, подожди, правильно. Он сзади. Он... Вот сюда ты ему нажимаешь. Прям в хребет. Ну да. Только сзади коробки есть дырочка для этого. Я же не буду так лезть. Вот, я боюсь... А, да, новиночка боевые. Я сразу же даю анонс, что эти бои будут. Да. Короче, да, эти бои будут, и он будет со мной с ними... Я свидетель. Он мне будет иногда их помогать тестить. Да? Вот. Мы свою задачу я выполнил, мы X нашли. Эй, короче, на этом ролик заканчивается. Андрей, попрощайся. Скажи последнее слово. Знаете что? Не, да, стоп. Какой тебе из этих самый понравился больше всего? Ну, конечно же, мне понравился. Ну-ка, арена. Да, на самом деле, мне реально Феникс, потому что у него очень крутая такая пасхалка. Да, пасхалка. Пасхалка. Сам он выглядит довольно-таки интересно. Такой вот такой красно-желтый просто вообще. Да, ну, Феникс. Просто огонь. Да. А как же Киллшарк? Shark Age. Ой, там вообще прикольненький такой. Мне нравится его форма такая очень интересная, как свастик. А тут-то вообще... Ну, тут тоже прикольно, как он там... Ринохорн. Короче, классно. Вот. Короче, со временем вы все это увидите. Да. Да.